Не успели прийти, и Витёк уже морду подцепил чью-то. Дракоши поставили. Сейчас будем... сейчас будем утаскивать на берег, выкидывать, резать. Ладно, сейчас положу спиннинг на берег. Надо вытаскивать. Вот такая. И за это тяни, я за то. Она еще цепляется там. Все, главное, чтобы инспекция не приехала за нами. Ё-моё. Так она там привязана. Да? Но. Отрезать никак? Ну, карабины какие-то стоят, надо карабины цеплять. Воняет, падла, блин. Я карабин тут оставляю, у меня ножика сейчас нет с собой. Давай, да. Ой, блин, все с технологией сделано. Варя, не что, блядь, на спиннинг ловить. Они сети ставят, блядь. И сети, морды. Один хер, блядь. Чё там? Немного. Да? Сейчас отпустим её. Сейчас Витя вам покажет её попозже. А как я застану? На всё же ладно. Посмотри, еще корюшка, минога вон еще. Так не порвется? Нет. Не, крепко. Ну давай вытряхнем. Подожди, надо снять карабин. А, давай. Начало рыбалки у нас, он какое? Сейчас мы ее вытряхнем. Блин, я хотел взять с собой ножик, но я посмотрю, может быть есть, может нет. Вот там еще кусок маленький. Да. Давай вытряхнем. Вот, через этот круг. А подожди, тут вот развязать можно, Витёк. А, здесь давай. Чтобы это все не тащить, давай. Даже если рыбу не поймаем, уже благое дело сделали. Корюшка, уклейка, минога, блин. Ну все, давай. Тут еще уже. Уклейка. Вон корюшка. Блин, сетка этого года. О, сколько мне ноги. Давай, держи, Александр. Сколько мне ноги, там много. Ну, все равно. Вот эту подними, да. Акушок. Вон какая рыба. Тяжело.
петушок, давай. Подожди, подожди. Немного ушло. А кусок еще вон. Где он, я не вижу. Ну как? Вон он, вон. Отпустим маленького, поймаем большого. Ну, какой. Все. Ладно, ну давай на берег. А здесь ты? Ну, я тоже должен. Корюшка осталась, блин. Ну, хватит, она дохлая. Не, живая. Помоги. Сейчас, Витя, секундочку. Так, живая. А ну, палки, видишь, привязывали? Да. Блядь, кровь. Подожди, карабин. Блин. А номер инспекции у тебя есть? Пускай приезжают, забирают ее. Ну пойди, да. Будем уходить, позвоним, да? Витя. Ну это долго, пока приедут, наверное, нет? Ну пускай приезжают, забирают. Или ну, сейчас пойди. Позвоним. Скажем, что начали ловить на спиннинг, вытащили миру морду. Все работает. Тогда надо на 1188. А что там? Ну, блядь, ты просто. Ну, кидай так, пускай они приезжают, забирают. А что она не уплывает? Не, живая. Ладно, сейчас позвоним инспекции, пускай забирают, приезжают. Дозвонился до инспекции, сказали, чтобы вышел на берег, написал объяснительное. Вон эта морда лежит, сейчас пойду встречать их, потом будем думать, как ее вытаскивать. Ну все, приехала полиция, составила протокол, вызвали инспекторов. Инспектор за мной едет сзади сейчас. Будет одевать сапоги и пойдет снимать ее. Тавая? 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 Освенц, Отра. Крыша, третья. Да, ну видишь, Макс. Тяжелая. Ну какая-то была. Здесь нету дорожка. Нет, через камыши нету. Тут-то нету у тебя? Да, единственное, нету. Ну вот такая вот беда, блин. Что делаем? На лодке было бы хорошо, ну, подойти. Ну да, сразу ее забрал. Да мне надо лодку брать здесь. Ну можно в камыши закинуть. И сегодня никто, я думаю, не заберет ее. Потом подплывешь, да закинешь. Ты, блин, тащить это пипец. Не, я думаю туда. В воду? Нет, туда. Куда? Камышки где-то. Спрятать ее? Бляха, муха. Нет, пускай стоит, я на фоткой приеду. Да.
Мы потом проверим. А вон рыба, блин, да. Дохлая уже. Было штук 5 этих минут. Сколько рыбач никогда ты не видел, чтобы правили. Ну, этого года видно. Я не думаю, что до льдов. Нет, это не новый. Ну, я думаю, что здесь кто-то заметил, что вылетал. Ну, не думаю, нет, когда я лодкой приеду, наверное, тогда же будет. Конечно, да, я думаю, не с этих домов кто-то ее ставил. Такие дома, им нет смысла эту ерунду ставить. Да. Ну ладно, поедем дальше. Ну, все.